С 1 апреля вырастут социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 2,9%, в среднем на 241 рубль. И средний их размер составит 8300 рублей. В результате повышения ежемесячные расходы на выплату пенсии в республике возрастут почти на 6,5 миллионов рублей. В целом в этом году на пенсионное обеспечение жителей Чувашии будет направлено 57 миллиардов рублей. На ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам почти 3 миллиарда.